Кафе Рокс приехали покупать. Здрасте, это хозяин. Развели гада на три тысячи. Когда не прошли никогда. Смотрите, что это такое, да, это бумага. Я, кстати, на ней на мотослед ездил. Увидим, как ты там сидишь. Так случилась проблема, а нам до дома еще ехать и ехать. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня уже вторая серия нашего проекта 10X. Мы хотим заработать 1 000 000 рублей на перепродаже мототехники. Ну не только мототехники, может еще автотехники, как пойдет. Короче говоря, сейчас же зима, но мы покупали эти два мопеда и перепродавали осенью. Это был Aerox и Slider. За Aerox мы сейчас поедем, только сначала заедем к Олегу. Погнали! Приехал к Олегу, так как у меня Ишни на ходу, мы поедем на его машине с прицепом и заберем этот мопед чудный. Все, выезжаем. Вот такой Aerox, короче говоря, 42 тысячи рублей. Смотрите на состояние. Радиатор так вообще новенький. Единственные косячки здесь, он покоцан вот здесь, к сожалению. Но это подплювник оригинальный, кстати говоря. Он уже идет после 2003 года. Точнее, мне кажется, уже год 7-8, потому что вилка уже стоит не по Йоле, а кайф. Вот, задняя подвеска здесь уже китайский аморт. Аморт? Это, кстати, что за аморт? Какой-то вообще левый. Вот, но состояние, конечно, у него в принципе нормальное. Даже ничего смотреть не стали, ничего не скручивать, потому что стоит он 42 тысячи рублей, 42,5. Вот, сейчас грузим и уезжаем. Все, Aerox продан за 75 тысяч рублей. Я сам его хотел привести в стоковое состояние, то есть поставить стоковую трубу, аморт, пульты и продать сезон за 150. Ну, где-то около 100+, но срочно нужны деньги, поэтому он уходит в таком состоянии за 75 тысяч рублей, потому что мне важен сейчас оборот, быстрый. Давай бабки. Все. Короче, тут 75 и вот так вот, быстро, шустро. А это типичный гараж пацана из Лобни. Вот. Как вам? Это мой, но уже не мой, кстати. А сейчас подвернулся очень интересный вариант. У нас есть слайдер в городе, который фактически не на ходу, но в теории его очень быстро поставить на ход. Всего лишь нужна лапка кикстартера и фильтр воздушного сцепления, потому что они улетели из-за вибраций. То есть мопед ехал-ехал, это все улетело, и хозяин этого мопеда решил просто, ну, забить и не кататься, потому что уже кончался сезон, ему это было неинтересно. Сейчас есть живой покупатель на этот скутер. Вот, я сразу накинул ценник на 15 или 20 тысяч дороже, уже не помню. Вот, и сейчас я отвезу этот мопед, подготовлю и вручу покупателю. То есть, смотрите, это заработок без вложений. Даже учитывая то, что бюджет у нас сейчас не позволяет купить мопед на перепродажу за 140 тысяч рублей, мы можем просто без вложений свободно его продать. То есть, это очень крутая сделка. Вот, сейчас я вам покажу, и все будет класс. Нужно лапку взять и фильтр для того, чтобы доехать на мопеде до гаража нашего. Потом приедет покупатель и будет смотреть мопед. Погнали. Завели, все поставили. Сейчас поедем в гараж и будем уже его отдавать. Сейчас надо карбюратор почистить, все будет супер. Короче, все, он покупает мопед за 160. И фоткает, типа, фоткает. Мопед фоткает. Продан. Маме покажешь. Мама, вот. Не, папе, папа скажет, что он 20 тысяч стоит. Надо доказать, что не 20 тысяч. Ты им что скажешь? Скажу, он стоит своих денег. Просто папа себе мопеды оценивает 15 тысяч. Это потому что мопеды. Ну да. Надо на машинах просто ездить. Просто не разбирается. Да. Ну да, я ему говорю, ну, давай машину. Продали мопед за 160, все, с кайфом, да? Перепродал сезон? Да я его тоже перепродал. Ну,
ладно. Пусть 3 года у меня будет. Вот. Так, смотрите. Вот такую вот тему приехали покупать. Ценник был изначально 23 тысячи рублей. На самом деле, я считаю, что приятный ценник за Kia 140 в таком состоянии. Ну, как бы состояние тут более-менее хорошее. Диски такие приятные, смотрите. 14 тысяч рублей стоит отдельно. Вот, и как бы внешний мотор чистенький. Вот, и состояние подвески, конечно, так не сложно проверить, но мотор не работает. Ну, вы на это не обращайте внимания, сейчас еще холодно, может там что-то как-то раздуплиться, но, конечно, неприятно. А так вроде все к нему есть, надеюсь, ничего недостающего не будет. Поэтому за 22 тысячи мы его забираем и будем проверять. Смотреть дальше, что не получится. Так, давайте все это рассчитаем. Снимаешь, Максон? Давай. Десять, 15, 22. Знаете, пацаны, все проверяйте. Ну и проверь, там мало ли что. Все. Так, пойдемте поможем нам загрузить. Пацаны мне по-любому помогут заработать на этом мопеде, и они хотят передать привет. Стандрайдинг в Пушкино, процветайте. Процветайте обязательно. Давайте, парни, спасибо огромное. Нет, перчатка, мы не здоровы. Так, мы не прощаемся. Все, спасибо, чувак. Давайте, парни, счастливо. Так, ребят, смотрите, вот такой вот байк мы получили, но перед выездом, после покупки, мы поняли, что тут нет выхлопа. Я быстренько, короче говоря, набрал ребят. Вот, они говорят, что его нет, и скинули еще касай. То есть мы его забрали за 20 тысяч рублей. Конечно, хорошо, что они торганули, но теперь искать этот выхлоп сраный, это будет целая проблема большая. Так как вовне его точно нет, придется ехать в Москву. Короче, сейчас мы перенесем гараж свой другой, чтобы он здесь не мешался. И будем заниматься другими делами. Так, по предбойку планы поменялись, поэтому едем его продавать. В таком же состоянии. Не помню, кстати, за сколько, за 35 что ли. Сейчас доедем до Останкино и скажу вам за сколько. Сколько в итоге? Ребята, после того, как мы продали 3 чудных мотоцикла, нам поступило очень крутое предложение. Купить новые запчасти за 20 тысяч рублей. Очень много всего и очень дешево. Сейчас мы поедем, купим, и я покажу вам, что мы купили. Погнали. Так, ребят, смотрите, за 20 тысяч мы купили вот столько зеркал и грипс. Ну, это самое, короче, фуфло, что здесь лежит. Дальше, карбюраторы, комплекты впускные. Мы посмотрели на Ревалте, сколько они сейчас стоят, я приложу скрин. 18 тысяч рублей, короче, вот этот комплект стоит 18 тысяч рублей. Этот комплект тоже 18. На Диву комплект 12, где он? Вот этот дивовский комплект, 12, это тоже 18, короче, жесть. То есть тут 4 коробки лежат, ну, на 50 тысяч рублей уже. Ну, в среднем получается 15, ну, вы поняли. И аккумуляторы 6 штук новые. Фары на бустер, каждая стоит по 2600. Дальше, рокс-фары. Ты нашел, кстати, сколько они стоят? Ну вот, рокс-фары тоже 2 штуки, наличие. Ну, короче, по 1,5, может, даже побольше за среднем. 3000. Труба сейчас с трубами, я не знаю, конечно, там по ценам, но мне кажется, что она сейчас стоит 1000, наверное, 13 точно новую. White wall, это, короче, белые накладкой на резину. Ретро. Боковины, вино. 3 штуки правых. А, 3 штуки левых. Нет, 4 правых, 2 левых. Джорна боковина. Парус на Джорна. Новый. Дальше, ремни. Я так на фотке просто посмотрел, сколько их штук. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 ремней. Еще тут есть 3, 4. Ну, короче, 60 ремней в общем сложности, я точно просто не считал. 60 ремней. Колодок тормозных 30 штук. Больше 30 даже, впуски. Вот такие на хайпер, колодки еще, получается, ну, смотрите, задние, они тоже по 1,5 стоят. Дальше что? 7 комплектов вариатора. Раз, два, три, 4, 5, 6, а, я соврал, 6, а, нет, 7, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 комплектов вариатора Джасил. Каждый из них по 3,5 вроде стоит, ну, по 3, образно говоря, если продать, уже будет 21 тысячу. Дальше,
Мультивар на пиво. Еще мультивар есть на чину. Где-то новый, да? Здесь же. Ответки. Короче, здесь добра. Не знаю. Очень намного денег. Сейчас ребята приедут, и мы им будем показывать, продавать это все. Если сегодня продадим, будет вообще все шикарно. Короче, все. Мы договорились. Вот на это все. Сколько там? 76 600 плюс 5 тысяч. Получается 81 600 рублей. За вот эти запчасти. И так показывают, что мы отдаем. Труба Сита Плюс, как оказалось, это труба на... На что вообще? На Веспу. На Веспу. Колода, вот короче, очень много. Тут две фары Aerox, фара на бустер задняя, колодки еще, карбюраторы 4 штуки. Кстати, один карбюратор комплект стоит 18 тысяч, вот, можете посмотреть. Ответки, ремни, 55 ремней, аккумуляторы не отдаем. Дальше боковины на вино, вариаторы Джасил на мину. Короче, вот так вот, выходит 81 600 рублей. Неполит написано. Тоже я неполит. 81 600 рублей. Все, мы отдали от этой вот коробки. Один день прошел, и мы продали. Часов 5 прошло. Который час вообще? 5:30. Ну, отлично. Короче, все детали я уже продал. Прикиньте. Вот, остались только впуски на хайпер, на мину. И колодки на раннер и на рокс передние. Сейчас мы на макзавтраке. Итак, ребята, что продали мы питбайк за 35 тысяч рублей. Купили мы его за 21. Получается, заработали мы 14 тысяч на нем. Дальше. Aerox мы купили за 42,5 тысячи рублей, продали за 75. Получили 32. Пятихатка ушла где-то на бензин. И дальше слайдер. Была покупка и продажа даже без вложений. Заработали мы с него 15 тысяч рублей, так продали за 160, а купили за 145 тысяч рублей. В итоге 61 тысяча рублей с трех сделок. Запчасти, которые мы купили и перепродали, я их в счет не буду брать, потому что эти деньги пойдут в наш мерч. Обратите внимание, мы запустили мерч. Все в Инстаграме я там уже показывал и рассказывал. Вот, ребята, всем спасибо за просмотр. Потихоньку двигаемся к цели. Всем пока. Подписывайтесь на наши соцсети. Инстаграм, Ютуб, ВК, умирающие соцсети. И Инстаграм нашей команды. Все, ребят, всем спасибо за просмотр и пока.